ЧП на железнодорожных путях в Карагандинской области привело к задержке пассажирских поездов до 15 и более часов. В компании «Казахстан Теміржолы» уверяют, что в течение суток движение всех поездов будет восстановлено. Однако пока Карагандинский вокзал переполнен отъезжающими. На железнодорожном вокзале Караганды свободных мест нет, сидячие места все заняты, многие стоят уже долгое время. Например, карагандинцы, собравшиеся в Кызылорду, поезд они ожидают с часу ночи. Должен был поезд прибыть 12:50, до сих пор нету. Сказали 11:30, в течение часа, до сих пор нет, уже полторы часа прошло. По словам представителей вокзала, билеты сдать можно без проблем, возвращается полная их стоимость. Остались здесь только те, кому нужно срочно уехать. Даже никто не может сообщить нормальное извинение, даже не принесут за неудобство. Кроме этого, сотрудники вокзала утверждают, что время прибытия поездов высчитывают сами, получая информацию в справочных бюро станции. Пока ожидают только поезда, идущие на север страны, которые задержатся на 2 часа. По возможности, если есть такие вот грудные, мы их в комнату отдыха, там, где, чтобы они в тепле посидели, где нужно накормили. Причина задержки поездов – авария на путях. Напомним, на 635-м километре железнодорожного перегона станции Актасты-Шокай сошли с рельсов 13 груженных вагонов. Движение в обоих направлениях в связи с чрезвычайной ситуацией было приостановлено. На место незамедлительно были направлены ремонтно-восстановительные бригады НКВТЖ в составе 50 человек, 2 железнодорожных восстановительных поезда со станции Караганда-Сортировочная и со станции Астана. Длина повреждения полотен составила в нечетном направлении 150 метров, в четном – 400. Утром была завершена прокладка только одной колеи. Поезда пошли по нечетному пути. В результате ЧП были задержаны 16 поездов. Сроки их задержки составили от 1 до 18 часов. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».